Обожаю браслеты, обожаю. Это точно. Между прочим, издревле женщины украшали свои руки. А знаешь почему? Мне даже известна такая легенда о том, чтобы злой дух, какие-то негативные эмоции не проникали к нам глубоко, нужно всегда украшать зону своего запястья. Якобы поговаривали, что оттуда идет вот то самое воздействие. Вот такой оберег, да? Да, между прочим, длина браслета здесь 18 сантиметров. Это много, это достаточно. И даже если у вас достаточно полные ручки, сочные зоны запястья, и вы мучаетесь, не можете для себя найти свой браслет, то вот он перед вами. Длина 18 сантиметров. Мне нравится, что здесь прозрачные фианиты. Этот браслет прекрасно будет сочетаться с любым цветом вашей одежды. Под любое платье прекрасное дополнение. На торжество, ну просто незаменимый аксессуар. Ведь красивыми должны быть не только наши ушки, не только область декольте, но и, конечно же, наши ручки, наши запястья. Между прочим, мужчины говорят, что у женщин три самые привлекательные зоны для разглядывания. Вот, между прочим, зона запястья входит в это число. Мне кажется, просто невозможно оторваться. Оль, ты прекрасна. Ой, ты тоже. Кстати, ты правильно сказала про то, что этот браслет достаточно для широкой ручки. Вот посмотрите, на моей руке прекрасно сойдется он. У меня полненькая ручка, не такая, как у Юлианы, и миниатюрная. Но также одинаково, по-моему, прекрасно смотрится как на моей здесь, руке, так и на твоей. Между прочим, Оль, ни много, ни мало, 21 фианит. Кстати, каждому фианиту полностью поступает свет, благодаря этому и создается то самое свечение, которое мы наблюдаем. Это круглая гранка, здесь 4 лапки крапана удерживают каждый фианит. Фианиты скреплены между собой и доставляется вот такая вот эластичность, полноценная гибкость. Он колом никогда не будет смотреться на вас. Это гибко, это ненавязчиво, это эластично, это прежде всего удобно. А что здесь за покрытие? Ну, разумеется, нельзя не сказать, что это желтое золото. В 24 карата оно здесь нанесено гальваническим методом. Это тот самый метод, который обеспечивает максимальную гипоаллергенность изделия в будущем. То есть никакой аллергии, уважаемые телезрители. Вы можете спокойно носить эту замечательные браслеты, никакой аллергии вам не грозит. А посмотрите, с другой стороны, какое максимальное проникновение света. Да, это то, о чем я и говорила, Оль, ты абсолютно права. Каждому фианиту здесь максимальным образом поступает свет, и каждый элемент как бы именно с внутренней стороны закреплен, это глухая закрепка, а с внешней, если вы видите, создается впечатление, как будто фианиты парят в воздухе. Парят, чудо. Действительно парят. Великолепный браслет Аманта, а цена премьеры 1650 рублей, это цена премьеры, будет действовать только несколько дней, уже потом цена будет дороже. Это абсолютно уникальное предложение, специальное по заказу нашего телеканала. У нас мало таких браслетов. Знаете, что нужно позаботиться о себе прямо сейчас и сделать свой заказ, не выходя из дома. Между прочим, фианит — это, как говорится, младший брат бриллианта. Это то самое, что называется декоративным бриллиантом. Но невозможно отличить от настоящего бриллианта. Ты только посмотри, какие переливы, какое сияние. А ты можешь себе представить, сколько бы стоил браслет с настоящими бриллиантами? Я хочу расстраиваться. Я всегда выступаю за практичные покупки, когда ты за одну цену можешь приобрести много чего для себя и каждый день меняться. Делайте умные покупки, а также с этим браслетом, замечательным браслетом, вы получите подарок. Вот такие вот замечательные серьги Белла с красным, жгучим, огненным фианитом. Да, просто фантастика. Цена премьеры 1650 рублей. Эта цена распространяется на браслет Аманта. А серьги вы получаете в подарок. 54 грани в каждом белом фианите. Всего 21 фианит, и это гибкая структура. Я об этом еще раз хочу заметить. Это гибкость, которая будет подстраиваться под все ваши движения. И вам всегда будет максимально комфортно. Цена премьеры 1650 рублей. А что здесь за замок? Вот я попробовала, действительно очень надежный. Как он называется, Юлиана? Ты уже нас все знаешь. Это замок-коробочка. Это один из наиболее прочных вообще в принципе, который придумали в ювелирном мире. Более 150 лет. Можешь себе представить, Оль, по созданию, если считать? И все здесь очень просто и очень надежно. Ну, конечно, в браслетах самое важное – это застежка. Она должна быть надежной и в то же время быстро и легко расстегивалась и застегивалась, чтобы мы сами могли себе застегнуть, никого не просить. Я с тобой, Оля, абсолютно согласна. Сейчас скоро корпоративные вечера, и не всегда у нас имеется человек, который бы помог нам собраться. Вот знаете, что такой браслетик вы всегда сможете на себе закрепить самостоятельно, без чьей-либо посторонней помощи. Еще раз напоминаю, здесь желтое золото в 24 карата нанесено гальваническим методом.
методом. Здесь 21 фианит круглой формы. Длина браслета 18 сантиметров. Прекрасно подойдет и для тоненькой ручки, как у Елианы, и для чуть потолще, как моя. Вы посмотрите, прекрасно застегивается, ничего не пережимает. О, великолепное дополнение под ваш наряд. Или, мне кажется, великолепная центральная деталь какого-либо образа. Оставайтесь с нами на телеканале Shop & Show. Ваша и наша любимая рубрика «Украшения» продолжит вас баловать прекрасными украшениями.